neki aktivne! Дорогие друзья, на базе этого коллектива с целью популяризации башкирского фольклора, обычаев, обрядов, песен и с целью сплочения среди москвичей, земляков, которые живут далеко от родины, был создан этот коллектив 3 года назад. Сегодня этот фольклорный коллектив под руководством Гульсины Алтыновны Батыршиной является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Только за прошедший 2017 год Актирме организовала и принимала участие в более чем 40 различных мероприятиях, достойно представляя Москву и Республику Башкортостан.